Следующая пара под номером 11, это у нас предпоследний бой. Тебекин Дмитрий, который работает тестомесом в пекарне «Каравай». Ох, тестомесы, это страшные ребята. Кирилла, Александр, по прозвищу Мака из города Луга, дамы и господа. Поприветствуйте участников. Ну что ж, мы посмотрим, что сделает тестомес. Куда замесит тестомес наш Мак? В булочку какую-то? Булочка с маком? Или все-таки булочка, как говорится, в майке будешь? Победит. Тестомес. В майке будешь драться? В угол. Тестомес — такая история серьезная. Это ребята с сильными руками. Да, и с хорошим весом. Бойцы на середину. Сам Бог велел. Сам Бог велел. Работаешь на хлебном заводе. Парни, правила помним, не нарушаем. Иначе не поймут. Внимательно слушаем команды. Иначе стыдно будет работать на хлебном заводе. Времени нет, судей тоже нет. Руки пожали. По углам. Ну что же. Готов. Мака или тестомес? Готов. Да. Бой! Эти ребята уже весят очень много. Да, килограмм по 90. Так. Ой, отворачивается. А что это он так спит? Вот это удар с левой был слишком хорош. Вот вам и тестомес. 10 секунд, и дело сделано. Пожалуй, это конец. 10 секунд. Победа! Самый молодец. Быстрый бой сегодняшнего вечера. Еще не закончившийся, правда. Хорошим, но... четким нокаутом. Николай, ваше слово. Нокдауном, да, который так... мог перерасти в нокаут, конечно, если бы продолжился. Давай, Капу. Ну, торжественно. Всех с крещением поздравь. Всех с Новым годом. Всех с крещением. Спасибо группе поддержки. Клубу «Сеч». Понял, эмоции берут вверх. Скажешь пару слов? Понял. Стеснение, скромность, да, лучшее тоже. И помутнение в голове качество не дают сказать бойца пару слов. Спасибо вам, парни. Конечно, спасибо. Словил хороший удар, Николай, с левой, который, в общем-то, это закончил бой. Очень, конечно, он так отворачивался, но что делать? Бывает всякое.